Слова соболезнования и поддержки в адрес россиян приходят со всего мира. Первые лица государств, главы крупнейших международных организаций и рядовые граждане на разных языках говорят о сочувствии и о том, что это большая трагедия. Это кадры из Азербайджана. К зданию нашего посольства в Баку люди несут цветы и свечи и мягкие игрушки, на которые повязывают траурные ленты. То же самое в Киеве. Там горы гвоздик и роз. Приходят и молодежь, и взрослые, многие с детьми. Оставляют еще и лампадки, бумажные самолетики и записки со словами сочувствия. У российской дипмиссии в Минске та же картина. Мы как братья, белорусы, мы неотделимы от этой трагедии. Просто наш долг был сюда сегодня прийти, почтить память деткам, родителям их. И все родственникам просто держаться всем вместе. Как соседи, как дружеский народ, выражаем свое соболезнование русскому народу и семьям погибшим, близким, родным. Произошла большая трагедия, погибли много людей.